Слушайте, мне надо посмотреть зачем-то второй сезон «Бомжа», «Бомж 2. Криминальная Россия». Мам, а почему папа с нами не поехал? У тебя больше нет папы, дочь. В смысле? Куда они едут? Куда они едут? Кто теперь будет давать мне деньги на Стефаночку? А чё, бургерная теперь наша, что ли? Пиздец, ну Димастер, ну это же пиздец какой-то. Не знаю. Действительно. Пиздец, Димастер, кто снимал, блядь? Уволь его. Если ты снимал, уволься со своего же канала, Димастер. Ну ёб твой насрал. Ну вот смотри, вот. Одна кнопка. Одна кнопка, Димастер, плавно идет. И на шифте. Хочешь, я... Так, внимание, обучение специально для Димастера, видимо. Смотри, я тебя учу, как снимать. Ты мне сейчас скажешь, что я лох, да, и ты лучше знаешь. Но я лучше знаю. Смотри, опыты, да? Вот, смотри. Ты смотришь? Дай ответ мне. Вот, смотри. Вот ты ходишь, да? Вот как у тебя снимает Додик, короче. Кто, я не знаю, кого ты нанял. Вот так вот ходит, и вот у него вот так вот идет. Один раз дернулось, потом он медленно пытается вести. Что это такое? Смотри, учу снимать, пересними. Можешь мне заплатить, кстати, 1 000 000 000 примерно, и я готов. Смотри, переходишь в режим наблюдателя. Зачем ты это делаешь? Не для того, чтобы через стены летать. Мотаешь колесико мыши назад, на максимум. А потом 2 раза вперед. 1, 2, или даже 3. Что это нам дает? То, что мы начинаем очень плавно лететь. И я, кстати, в процессе иногда прям меняю. Вот смотри, сейчас очень медленно лечу. Теперь ускоряюсь. Понимаешь, кинематографичная камера включается. И теперь вот я вот этого зомби могу качественнее снять, чем ты снимаешь трейлер. Вот смотри. Я тупой зомби. Я провел в пустыне уже очень много лет. И теперь я решил, что как только пойдет дождь, я стану не сухим зомби, а обычным. А потом превращусь в водного, получу трезубец и воткну его тебе в жопу. И вот так и медленно камера облетает, очень медленно, смотри, облетает. И такая... И ускорение идет, ускорение. И тут планета Земля появляется. Кто? Так, ладно, подождите. А чё, бургерная теперь наша, что ли? А, это типа Димастер сдох? Не знаю. Действительно, кто? Кто? Новая история. Ну все, девочки мои, теперь будете жить здесь. Ну все, девочки. Вау, мы правда будем здесь жить? Я тоже так хочу. Здравствуйте. Будете жить здесь. Вау, мы правда... Да будем здесь жить? Я тоже так хочу. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, большой карамельный капучино или даже лучше средний? Можно по Starbucks карте? Мне, да, пожалуйста, каплю с члина. Капните. Еще подпишите, как Лина, да? Вот. Эй, красотка, упустите тебя кофе. Мистер Дон. А он что тут забыл? Доченька, давай отойдем. Хорошо. Да, пап, что ты хотел? Может, ты не в курсе, но твой бывший пропал без вести. А зачем мне эта информация? Мне вообще на него пофиг. Подумай о своей дочери. Посмотри на нее, она уже взрослая. Найду себе нового парня, новый полпапа для нее. Все будет нормально, не переживай. Новый папа? И там он, Артемон, представляет, с 6 бабами, значит. А мне говорит, я 9 дней работаю, дорогая, не звони мне, не пили меня, домой не приду. У меня важная работа, я мэр города, представляешь? Вообще обалдеть. Капец. Капец. Смотри! Вот это круто! Капец, вот это круто! Бомж 2. Криминальная Россия. Блять, как ты все испортил, капец. Димастер, блять! Пиздос! Ну что это такое? Бомж 2. Пиздос, блядь. Димастер, ты серьезно? А что Димастер сделал? Хуйню он сделал, блядь. Сколько... трейлер сделал, который... хуже, чем мой стрим выглядит. Возьми меня на перезапись, смотри.
Сейчас, я умею. Я обычно беру, так вот поднимаю наверх голову для того, чтобы связка пережилась. И вот так вот сейчас. Бомж 2. Криминальная Россия. Или что-нибудь вроде того. Ну, сука, ты еще и выкрикиваешь. Демупстер. Что вот это за камера? Что это за камера? Не, спасибо, спасибо большое за то, что вы, Дебастер, скинули мне 2000 за то, чтобы я вас обосрал. Но, ну ты серьезно, что ли? Так, ну вот так... По мне, рофл должен быть тонким, он должен быть между делом. То есть, типа, ты снимаешь нормально, но вкидываешь какой-то, какую-то хрень. Вот. Ну, можно же было F8 нажать. Ты снимал, признайся. Признайся. Снимал, кто? Чтоб все знали, что его не надо снимать, нанимать на съемщики. Я не знаю. Действительно, кто? Я еще, может быть, из-за того, что я не смотрел, но я не понимаю некоторые надписи, которые тут. Почему, папа? Вот это, такой бы был красивый кадр. Тут реально красивые блоки, красивая атмосфера. Вот здесь камера красиво плывет, и тут, блядь, она поворачивается с дерганием. Ёб твою насрал! Не поехал. Да, мы снимали, просто срать хотел, пока снимал, поэтому быстро снял. Кстати, вот по поводу этого, я не знаю, пошутил ты или нет, но обычно я стараюсь какать до съемок, для того, чтобы быстрее говорить в ролике. Я в, ну, на основном канале очень быстро говорю, там приветствую и все такое, потому что хочу какать. Поэтому я специально хочу какать перед роликами, чтобы побыстрее отснять ролик. Потом иду какаю, потом прихожу монтирую. У тебя больше нет, папа, дочь. Не, ну если срать хотел, то полностью оправдан. Чё тут говорить, да? Как бы тут нормально. Вот. И анимация очень крутая. Мне вот это нравится. Вот тут, тут красиво. И в особенности я бы отметил, да... сейчас. Это лично мне интересно. Сейчас. По-моему, вот так. Как покадрово зрачки сужаются. Вот это было здорово. Сейчас, 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 сейчас. Во-во. Но это было слишком быстро, но это Бомж 2. Криминальная Россия. Скоро. 100 тысяч лайков, и я иду записывать. Ничего себе, ё-моё. Нормально.